Привет. Сегодня у нас второй день по кейс-батлу. Короче, у меня тут какая-то произошла лютая дичь. Видите, на балансе у меня 190 рублей. И я вообще понять не мог сперва откуда. Потом такой залетаю в апгрейды, ну, чтобы проверить, есть ли у меня здесь какие-то предметы. Насколько мне помнится, у меня вчера оставалось 4 предмета. 4 каких-то скина оставалось. И я не понял, каким образом они продались. Потому что я их точно не продавал, но каким-то образом они все конвертировались в баланс. И сейчас у меня такое подозрение, а вообще можно ли здесь оставлять какие-то скины на хранение? То есть, либо ты, если ты все выбиваешь, тебе надо это либо выводить, либо сразу сливать. Ну, короче, хер его знает. Ох, не знаю, ребят, если у вас есть по этому поводу какие-то идеи, то есть, в общем, напишите в комментариях. Ну, а я, короче, пополняю баланс, как обычно, на 250 рублей. Пополняемся. Пополняемся. Номер, блядь, забыл свой. Ну, это, конечно, мне дичь вообще не понравилась. Вообще не понравилось. Ждем код. Ждем код. Странно. Так вот выбишь какую-нибудь годноту, не захочешь сразу выводить там, да? Или, например, они не выведут тебе ее сразу. И что, они потом ее продадут? И ты такой, о, охренеешь там, да? Ладно, меня там подписчики вчера в комментарии написали попробовать пооткрывать кейс красный Among Us. А, подожди, у нас же должны какие-то, тут же бесплатные какие-то кейсы есть, да? Давай-ка мы сейчас... О, есть бесплатный кейс. Посмотрим, пошуршим, что здесь такое. Открыть. Разминочка, как говорится. Для закалочки, для затравочки. Чё, тигр, ну, как обычно, да? 26 рублей. Ну, хер с тобой, давай, пойдешь. Ход в рот, ход в рот. И где ты, красный Among Us? Красный Among... А, крам, Among просто. Красный Among. Давай, сколько у нас тут? На балике у нас 500. Ох, я ж мог аж на 10 разов могу открыть этот кейс. Чё, посмотрим? Посмотрим, посмотрим. Давай, хотя бы пятерочку разок кофе его откроем. Походу, херня какая-то. А нет, смотри, он мне сразу первый кейс, он мне купил. Ну-ка, давай еще разок. Не, ну, конечно, это загон, конечно, полными. Обезьяне ты под... Нормально, слушай. Нормально. Ну, я сегодня тогда попробую вывести эти все скины. Ну, это херня, да, какая-то? Да нет. Давай еще раз. Сколько я... Полтинник он стоит, а я уже... Три раза и три раза окупилась. Ворон. И ты тоже, ну как бы хер, ну вот это поприкольнее, конечно, было бы, ну, блин, как бы так-то ничего, ох ты, я думал, сейчас леденец даст мне там, типа, так, от 30 рублей, я же вчера говорил, вчера говорил, нет, мы давай продадим, так, 5 раз мы открыли, давай черепашек попробуем. Леонардо. Все вы одинаково стоите, да, кроме крысы Сплинтера. Хорошо, хорошо. Так, ну. Так, Леонардо. Леонардо, это ты, чувак с двумя мечами. Давай. Давай пробнем, посмотрим, чё. Черепашечку. Черепашечка. Валентность, это херня, да? Да нет. Окей. Так, давай следующего попробуем. Леонардо, он. Леонардо хорош оказался. Дойна. С мечом. Ой, с палкой. Бо. Шестом бо, который. Давай попробуем. Брифинг. Даже не знаю, что такое. Тоже нормально. Ну, пока. Как бы такой слабенький, но это окуп. Рафаэль со слаями. А, все, у меня деньги закончились, да? Что будем? Так, давай посмотрим тогда. Что мы можем сделать? Здорово, блядь, здорово, мудаки. Дели куда-то мои бабки. Так, это у нас продано. Смотри, 70, 159, 100. Продать 6 предметов на 564 рубля.
Ребята, я пополнился на 250, напоминаю. Вчера и сегодня я пополнился на 250. Вчера, то есть, скины какие были, и сейчас вот у меня вот навыпадало. Так, смотри. Смотри, что мы делаем. Вот это и вот это. Это будет забрано. А, контракт или апгрейд? Контракт или апгрейд? Давай попробуем апгрейды. Апгрейды с раз, два. А, ну у меня только два, я могу апгрейды сделать годных, да? Вот этот и вот этот. А, вот три. То есть, потому что все, что больше сотки, я выведу для розыгрышей. А, ну, давай начнем с тебя. С тебя. Боже, у меня есть еще 87 рублей, да? Ну ладно, хрен с тобой. Так, давай начнем мы с тебя. Цена от... Давай. Ну, 80. Ну, X. 50%, чтобы было. Цена от... до соточки. Вот так. Давай посмотрим, что ты. Типа на 80. Ну, давай страш вот. Красиво звучит. 50%. Ну, давай посмотрим, как. Посмотрим. Как залетает вообще кейс батл. Но это не залет, да? Нет, за, или, смотри, залет. Это залет. Ну, залет. Залет в таком понимании, типа. Хорошо. Хорошо зашла, да? Так. Ну, вот это тоже уже можно, в принципе, будет за третье место разыгрывать. 75. Ну, куда мне столько стражей? Так, теперь ты сколько? 69. Давай мы, значит, от 130. Так, стоп, надо вот это вот. От 130, да? От 130 давай до 150. Посмотрим, что есть. Ничего не найдено? Как ничего не найдено? Ну, давай до 200. Есть что-нибудь? О. Короче, от 130 до 150 ничего не найдено. А вот до 200 найдено. Понял, а вот за 130. То есть, что, за секунду скины появились, что ли? Гады. О, воин дорог. Давай посмотрим. Воин дорог. Да, я хочу его получить. Я очень хочу получить воина дорог. Но это мимас, да? Это мимаси. Это мимо. Ладно, типа ты мне сказал. В рот тебе, а не воин дорог, да? Чё ты? Чё произошло-то? Я не понял. Кейс батл. Ты мне что там, троллишь? А это контракт. Давай еще раз апгрейды. Что ты мне тут балабас прописываешь? Так, от скольки был? От 130 до 200. Да? И был воин дорог. Вот этот вот. Давай. Давай. Смотрим. Ну, это зашло, да? Зашло, зашло, зашло. Зашло? Зашло? Нет? Да? Да, 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 да. Отлично. 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 Так, что у нас тут? Апгрейды. Что апгрейды вы покажете? У меня есть еще баланс. Есть... Есть 599, смотри, сделали уже, да, покруче, еще бабки есть. Короче, это мы все оставим. А, есть Ганнибал. Есть Ганнибал кейс на 80 рублей. Так, Ганнибал кейс, есть Сильвер, да? Есть... А, вот смотри, есть Биг Стар, Калаши. Давай мы, знаешь, как попробуем, начнем вот так вот, Биг Стар, Калаш и... А, или наоборот, звезда, калаш, биг стар. Вот так попробуем. Давай, звезда, по одному разу откроем. Должно, в принципе, я думаю, с того, что будет выпадать, хватить, баба, генератор. Продаем. Продаем. Идем в калаши 35 и 45. Да, должно хватить. 45 рублей на тот кейс хоть как хватит, даже если тут херня какая-нибудь выпадет. Типа вот этого херня. Да нет, в принципе, зря ты сказал, что это херня. 40, 35, а за 44 кейса купился, да? И давай тогда... Вот они, Биг Стары. Биг Стар. Ну, Биг Стар, да, хуйню дает. Оксидное пламя, продаем. Продаем, Биг Стар. Чё, Сильвер? Сильвер, чем порадуешь? Сильвер. Сильвер. Ангри Бомб какой-то еще. Сильвер, ну, давай. Радуешь, не радуешь? А, леденец, да? То есть, леденец мне надо. Нет, не надо. Так, все, ребят, все, с этим все. Так, давай смотрим, что тут есть. Что тут есть? 644 есть, но...
Это не серьезно, да? Апгрейды, что мы можем? А, апгрейд это вот это вот. Крутилка, да? Крутилка бедовая. Так, и контракты есть. Ах. Блин, ну-ка. Сколько контракт? Контракт получается на 644,92, да? И можно от 200 до вот такой штуки сделать. Можно. Фу, контракты. Черт тебя знает, блин. Подписать. Сделать, не сделать. Так-то, да, прям это. Ну, давай, короче, посмотрим, хер с ним. Давай что-нибудь глянем. Чё уж это сегодня, ну, хер с ним. Так, давай, мы, короче, пишем Х и подписываем. Давайте, кейс батл, посмотрим, как ты тут у нас контракты даешь. 650. 650, слушайте. А сколько я закидывал? Ну-ка. А как можно посмотреть, как я контракты, правила игры 650. Ну, я доволен, ребят. Слушайте, я, в принципе, доволен. Мы закидывали сколько было? 599, 40. Мы бы закидывали меньше, по-моему, да? То есть мы закидывали меньше. 650 сувенирная. Сувенирный М4. А что это означает, что он сувенирный? То есть мне типа его хер с этого, да, с подпись. Подпись. Предметов на сумму 644 было, а я за 650 вывел. Вот оно. 6 рублей, пацаны, говорили. Олигархи. Дух. Зато купились. А смотри, нормально, да? То есть нормально. Короче, я его выведу. Я его выведу. Сегодня у нас кейс батл как-то больше, более удачливым оказался днем там, да? То есть более удачливым. То есть, ну, это хорошо. И меня это порадовало. И я, короче, выведу этот скин. Не буду его оставлять. Ребят, в общем, все видели сами. Спасибо, за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, человек, который предложил Майнкрафт, по-моему, ник твой, да? Вот, предложил открыть мне кейсы вот эти вот ОМОН красный, там, да, черепашек. Ты, короче, лучший. Спасибо тебе огромное. Вот, ребята, в общем, всем пока. Увидимся завтра.